Песня называется «Пустыня». Но, честно говоря, я ее не пел очень много лет. Почему? Потому что ее очень хорошо и очень по-своему поет такой довольно известный певец Михаил Миша Воробов, который «Яблок не снимал». Да? Мне много не нравится, что он делает, но эту песню он сделал блестяще просто. И он мне сразу ее показал, и я вот после этого меня как заклинило, я ее вообще не слышал. Даже когда просили, не пел. А сейчас все-таки попробую. Свой вариант. Совершенно другой, потому что у него другая мелодия, он все сделал, молодец по-другому. Но здесь и слова стоят. Опять жара за 60, пески взметнулись и висят. И лезешь в бронетранспортер, как полыхающий костер. Выхватывая из огня боек комплект шестого дня. А сколько их еще? Спроси. Шесть дней назад, сказал комбат, разведка видела отряд. Прет от границы прямиком, наверное, коротко знаком с оазисами на пути. И мы должны его найти, а сколько их еще, спроси пустынь. Будет вернушки день и ночь, они хотели бы нам помочь. Да разглядишь ли свысока среди проклятого песка, где разбежались и легли десяток тех, кто ближе шли. А сколько их еще, спроси пустынь. Во флягах кончилась вода, подбросят небом не беда. Беда, что бьют из кишлаков, а не чужие среди песков. Там богатей пронеслась, плевать им на кого и власть. И сколько их еще, спроси пустыню. Шейни в песках искали день, седьмой удачник и полдень. По лунам влиться наконец, и пыльный ветер рассвенец. С бархана, с гребня, с бугорка ударили три дышака. А сколько их еще, спроси пустыню. Пускай под 70 жара, сегодня лучше, чем вчера. Два взвода двинуты в обход, их прикрывает третий взвод, четвертый с пятым на заслон, гранатометный взвод на склон. А сколько их еще, спроси пустыню. Прошла минута или час, какая разница для нас, когда кончены разговоры, тащишь бронетранспортер, перехвативший за приклад, в тебя стрелявший автомат. А сколько их еще, спроси пустыню.